Полтора года назад, в октябре 2021 года, Светлана Кобзарь приходила к нам и пообещала, что у нас площадка будет благоустроена. Лавочки, урны, вешалки, навесы, освещение. Мы можем праздновать. Это событие практически состоялось. Сегодня начался монтаж лавочек, урн. И вон там лежат вешалки. Возглавляет эту работу Ливон. Вон там спецоборудование у него. Бурилка какая-то. Газонокосилка, переделанная в газонобурилку. Газонокосилка делает свое дело. Так что поздравляю нас всех. Поздравляем Светлану Николаевну Кобзарь. Поздравляем жилищник. Поздравляем управу тем, что за каких-то полтора года лавочки у нас есть. Спасибо всем, привет.